нет нигде такого, что у производителя цена дороже, чем где-нибудь там. Сейчас я нахожусь в Дубае, за моей спиной вот там находится фирма Кашка. Эта фирма производит только шарфы и платки. В предыдущем ролике мы вам обещали прилететь в Дубай и сравнить цены с Москвой, потому что там в Москве цены в два раза дешевле, чем у производителя. Всем ассаламу алейкум, вы на канале Шойста Давлатова. Мы только ради вас приехали сюда в Дубай, чтобы показать и сравнить цены. Не забывайте ставить лайки, подписаться и пишите свои мнения. Сейчас заходим и посмотрим, какие там у них цены. Пожалуйста, запомни сейчас цены. Эта фирма производит только платья, шарфы. Пожалуйста, вот, например, у них вот такие однотонные, да, простые шарфы. Стоит $18. $18 это примерно 1600 рублей. Самые дешевые. Выходя из этого, можно посчитать с транспортировкой и прочие расходы. И посчитать, сколько это обходит в Москве. Пожалуйста. Очень много моделов. Фирма Кашка. Пожалуйста. Огромный магазин, шестиэтажный. Только здесь они продают. Пожалуйста, вот, например, вот этот фасон. $20 стоит. Очень много моделей тут. И вот здесь еще можно посмотреть. Тоже это термо, лазер. Пожалуйста. Пожалуйста, еще вот тут. Такие фасоны есть. Маечные они. Видите? Дорогие сестры, исходя из того, что мы с вами увидели, цены в магазине Кашка в Дубае начинаются от 18 до $25-26. Это примерно от 1600-1500 рублей до 2500 рублей. Теперь сравните, пожалуйста, если тут у них оптовая цена 1600 рублей, как можно продавать в Москве по 1000 рублей. Поэтому будьте осторожны, купите оригинал только, или те, которые продают, пускай говорят, это не оригинал, но качество нормальное, потому что хорошее качество вряд ли будет стоить 1000 рублей. Всем еще раз ассаламу алейкум, вы на канале Шойста Давлатова. Поставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь. Ради всех вас мы прилетели именно в Дубай, чтобы сравнить цены.